К ковчегу с четырьмя мощевичками смогли прикоснуться жители Новомихайловского. Вместе со священнослужителями Свято-Илинского мужского монастыря города Одесса ковчег путешествует по Краснодарской епархии. 30 октября в храме святого апостола Андрея Первозванного собрались жители поселка. Там они узнали, что в ковчеге не только часть ризы, пояса и сандали Божьей Матери, но и частичка праведной Анны, а также икона Примирительница. Помолиться смогут и жители Сочи, Адлера, Туапсе и Хадыжинска. Последняя остановка ковчега станет Абшеронск, после чего он будет доставлен в родной монастырь.